18 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к работодателям региона в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Он призвал всех по-новому посмотреть на производственные процессы и везде, где возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. «Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников», — сказал губернатор. «Помните, что это не вынужденный отпуск за свой счет. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты», — подчеркнул Андрей Воробьев.